В студии Анастасия Иконникова. Здравствуйте. Старый Осколый Губкин идет похолодание. Но в выходные тепло еще будет с нами. По данным гидрометцентра, в субботу, 25 марта, небольшой дождь. Утром 9 градусов тепла, в обед плюс 14. А вечером столбики термометров опустятся на 2 отметки. Ночью 8 выше 0. Дождевые облака разойдутся и на небе появятся звезды. Ветер южный с порывами до 4 метров в секунду. Растущая луна, магнитное поле спокойное. Атмосферное давление немного ниже нормы. 741-743 миллиметра ртутного столба.